У меня уже на распаковках было достаточно различных клавиатур, механические, мембранные, всякие геймерские с подсветками и без подсветки. Недавние, кстати, очень хорошие были беленькие такие клавы. Прям бомба-бомба. Там и на браунах, и на черных. Ну, это ладно, все это фигня. Мне тут одна контора, сейчас мы посмотрим, как она зовется, я уже запамятовал, написала мне, значит, что типа, чувак, у нас есть прикольные клавиатуры. Когда мне скинули фотографию ее, я говорю, что такое? Мы же любим всякую дичь. Шли. Обязательно шли. И, собственно, они прислали. Смотрим. Зовется эта клавиатура KnowKey. И это у нас получается Bluetooth клавиатура с возможностью, естественно, подключения по USB, механические свечи. Есть у нас также подсветка и ретро стайл. Ну почему? Видите, да? Что это напоминает? Правильно, это напоминает печатную, мать ее, машинку. Даже какая-то хрень тут крутится. Сейчас мы это все, конечно, посмотрим. Зовется она Rimac. Давай, смотри. Rimac, правильно, KnowKey, а не KnowKey. KnowKey, да, KnowKey, молодец. KnowKey, KnowKey, короче, вот, KnowKey. Поставка прям хорошая. Я как-то, кстати, видел подобные клавиатуры на Кикстартере, они выходили. И так, значит, у нас здесь тот самый рычажок. Какая-то еще штука, сейчас мы посмотрим. Здесь у нас кабель для зарядки нашей клавиатуры и запитки. То есть, если мы хотим по кабелю, а не по Bluetooth, да? Бэмс. Длина, кстати, не особо длинная, сказал бы я вам. То есть, если использовать к системнику, подрубать. Ну, тут micro USB на USB, но что-то знает. Ладно, окей. Какой-то конвертик. С коронавирусом. С коронавирусом, точно. Вот вы какие, да? Я шучу, ладно. Значит, здесь у нас инструкция, как этим делом пользоваться, как подключать к тому же там iOS-устройствам, Android-устройствам и тому подобное. Ладно, все это лирика, давайте смотреть на саму клаву. Блин, ну провод, конечно, пипец, блин. Я не знаю, это все, как оно будет поставляться так же или нет. О, блин, она тяжелая. Она прям нормально тяжелая. Во, зацените. Русских букв, конечно же, нет. Почему, интересно, блин, знали, куда отправляете? Или вы их еще не начали, значит, воспроизводить? Сразу скажу, глянцевый пластик, ребят, это, блин, минус будет. Она будет заляпываться. Гремит прям пробел. Ну, свечи, что-то типа синих, наверное, на ощущение. Я не знаю, посмотрим сейчас. Бля, пробел вообще. О, посмотри, посмотри. О. Посмотрите, пацаны! Не знаю, не нравится мне пробел. Он гремучий, как змея гремучая, бляха. Ну, клавиши-то, в принципе, неплохо, окей. Писец тебе ночью. Если я буду ночью что-то монтажить, до свидания будет, потому что... Я ее разыграю. Разыграешь? На втором канале, ребят. Ладно, рафлянки рафлянками, конечно. Так, что у нас здесь? Это... Ага, у нас здесь вот так вот, значит, необычная фиговина. Необычная колбасная, да? Вот так вот. Это, наверное, пробел какой-то, да? Или... Сейчас посмотрим. Ага, подставка. Типа сюда можно ставить планшет какой-нибудь, да? Сюда можно поставить какой-нибудь смартфон ваш. Что за конверт? С коронавирусом? Да, thank you. Ага, тут, блин, от руки что-то написано. Так. Хай, Сусляков. Нифига, ну, я же говорю, отправляли мне. We are digitate to her that you are... Чё? Wiling the future, the future, там фишечки, все дела. We wish you a great experience on our product. The best of the English. Сейчас мы проверим, пацаны. Ну, конечно, спасибо большое за вот такие крутые там всякие поздравляшечки, да, на, забирай. Это все клево, но вот этим не насышь в глаза и, как говорится, в уши. Вот сразу первое, пробел. Минус прям огромнейший, да? Сейчас попробуем написать. Опять же, минус кому-то будет это отсутствие русских клавиш. И сюда их, вы видите, нанесено прям ровно посередине. Сюда будет колхозно смотреться. Клавиша нестандартная. Клавиша под ретро сделана. Сюда вы ничего не наклеите. Вам придется писать слепую. Либо, не знаю, у них будет русскоязычный, да? Ну, вот этот писюнчик, как бы, ладно, окей, сейчас посмотрим.
Ага, это вращается. Что это такое? Может, громкость какая или яркость? Ладно, сейчас глянем. И опять-таки, второй минус – это короткий кабель. Офигеть, какой короткий кабель. Ну, то есть, у меня, допустим, системник даже дальше стоит. Ну, окей, я подсоединю. Кстати, да, тут подсоединять два варианта по USB. Вот сюда, либо сюда. Ну, то есть, в какую сторону ты хочешь вывести, скорее всего, кабель. Но, опять же, повторюсь, он короткий. Он короткий, наверное, для подключения к ноутбуку как-то. Ну, то есть, минус. И еще один минус – это она глянцевая, да, глянцевая. И она будет заляпываться у вас вашими отпечатками пальцев. Понятно, да? То есть, окей, коннектим всякие девайсы сейчас к ним. Как их зовут там? Айпады, мипады, всякие пады. Ну, ты понял, да? Может, она не рассчитана на то, что ее к системнику подрубать? Ну, как бы, вот только в каком-то, она так... В каком? Как? А нафиг тогда она нужна, если ее к системнику не подключать? Вот к такой шляпе? Нет, я не возьму. А почему не возьму сейчас? Ой, блядь, Билайн, заебался своим интернетом конченым, серьезно. Они еще предлагают мне, говорят, бесплатный вам сделаем, проводной проведем, блядь. Да хуй нужен такой, если он будет такой бесплатный, блин. Вот, не, ну она сейчас еще по скидке, так она типа 149 баксов. А типа по скидке она 70 у них на их сайте, вот он, да, no-key, вот эти все дела, да, у них. То есть вот скидка, пожалуйста, типа сейчас ее за 70 баксов, это получается 4200. Фиг его знает, покупать ее чисто для вот планшетов. Давай сначала попробуем сконнектить ее, да. Для того, чтобы подключать девайсы, нам нужно сделать следующее, то есть функция плюс 1, 2, либо 3. Почему 3? Да потому что здесь одновременно можно подключить 3 девайса. То есть клавиатура может, то есть ты будешь переключаться между iPad, например, каким-нибудь Android и ПК, к примеру, да. То есть ты можешь одной клавой управлять на 3 девайсах, просто переключая здесь, да, то есть между ними. И, собственно, потом Press FN, то есть ты переключаешься на консоль, и BAMS, ты, значит, ее находишь среди списка Bluetooth-устройств, и, пожалуйста, вот она работает, да. То есть, опять-таки, я все вслепую пишу, видите, да, то есть вот, не знаю, там, привет, как дела и тому подобное, да, то есть спокойно набирается, да, но опять-таки пробел меня, блин, раздражает немножечко, да, распаковка, два, упаковка. В инструкции написано, что вот именно вот этот рычажок переключает между девайсами, то есть ты набираешь что-то здесь, тебе нужно переключиться, допустим, на ПК, хлоп, и уже здесь все отсоединилось, то есть видите, она не набирает. Переключившись обратно, то есть, пожалуйста, она восстанавливает, да, скажем так, свою работу, да, Command A, наверное, да, ну все. То есть, здесь все работает, ну, Alt-Tab, да, пожалуйста, то есть, он читай, это что-то твое, да, ты читала. Вот, между приложениями все это дело спокойно переключается, да. Да, работает как полноценная клава на том же самом iPad. Есть подставка, которая, он, скажем так, упирается. Давайте подрубим еще один. Ну вот, кстати, вот вариант, если... Не хотите работать вот с этой вот, да, клавиатурой, да, недавно вы видели на распаковку, скоро будет обзор на него. Не хотите вот с этой, она, естественно, похуже будет, она мембранная, то, скорее всего, установив ее вот так, о, не, опасненько, пацаны, знаете почему? Потому что он тяжелый, и, посмотрите, он тяжелый, и он просто-напросто идет там излом, да? Ну, прям вообще не камильфо, посмотрите, да, даже сюда, смотрите. Вот клава аж приподнимается, бедняга. То есть это не рассчитано вообще. Но здесь-то понятное дело, здесь есть вот такая подставка, и вы можете, убрав вот эту приблуду, поставить вот так работать. Но нафига тогда вот это дело? То есть, как бы, блин, она еще такая гибкая, мягкая, блин. Хвост вылез, нос вылез, хвост увяз. Блин, ну вот ну, не до конца все проделано. Вы представьте, что если мы сюда поставим тот же самый iPad, да, последний, прошечку, вот которая, да, новая, какого он там года, да, новая, у меня ее вообще никогда не было, мне кажется, не будет, дорогая, сука, охочется. Она просто-напросто погнет. Вот я реально поставил, бля, она прям вот на шарнирах как будто. Вот мипад. Ну, опять-таки, с мипадом вот так тоже можно работать. Но, подставка должна быть подставкой. Я вот хочу, чтобы на планшете, да, вот ты говоришь, для планшетов берут. Окей, давай смотреть для планшетов. Ну, он тоже, кстати, тяжеленький. То есть, нет, блин, у меня нет уверенности, что вот я... Фиг его знает. Фиг его. Не знаю. Сейчас мне, наверное, захейтят, скажут, блин, тебе прислали бесплатно, а ты сейчас засираешь. Но мы же должны выявить недостатки, ёпта. Они вот вылазят. Ну да, тем более ценник как бы не из дешевых. Да, блин, сколько? 74 200.
Там, наверное, у них и доставка. Да даже без доставки. 4,5 тысячи. Вот для... Пластик не особо дорогой. Вот скажу вам, что вот я вот там видел, да, пластики различные. Это такое, ну, как бы, окей. Ладно, давайте попробуем спариться. Ну, ты понял, да? Блин, не... Прям сейчас, да. Так, function, допустим, 2. И вот так. Видите, да, переворачивается. Спокойно, все тут. Есть вертикальная, горизонтальная адаптация, да, положение. Вот. Xiaomi. В этом весь Xiaomi. Я, кстати, никогда не пользовался за заметками вот так. И теперь мы выявили, что, оказывается, в Mi Pad это не работает. Ну, то есть, ладно, поставим вот так. Все равно шатается. Писец. Так, ну, в общем, мы сюда-то подконнектились, но только язык переключить невозможно. То есть я нажимаю сюда, ладно, чтобы была бы хотя бы виртуальная. Здесь написано, что function и клава, виртуальная клавиатура должна быть. Ладно, окей. И вот эта планетка Земля, которая, типа, меняет язык, тоже нажимаешь, не меняет. Ни Ctrl-Shift, ни Alt-Shift, ни... Вот никакие сочетания. Вот вообще, он... Дай ей в очко. Ничего не меняет. То есть я хрен его знает, как тут поменять тупо язык. И никак не поменяешь, серьезно. То есть ты переключаешься, например, на другую, да, получается. А он что, отсоединился? Бляха-муха, что-то вообще как-то... Короче, либо нажраться надо, без бутылки водки, да, не обойтись. Но я вам скажу так, я вот сейчас сидел, минут 15 я с этим делом ковырялся. Вот... Невозможно два девайса подключить, сука. Вот я хочу, чтобы у меня Mi Pad был и iPad. По инструкции тыкаешь, типа, FN Bluetooth 1, да, цепляешь iPad. Там второе, третье устройство можешь подцепить таким же образом. То есть, как говорится, через двойку и тройку. Ни хрена! Он либо коннектится к нему и не коннектится к iPad, либо коннектится к iPad и не потом не находит, значит, Mi Pad. Хренотень вот-вот несусветная. Ну, то есть, я хотел вам показать, да, то есть, сейчас я переключусь на iPad, да, то есть, вот здесь, да, все нормально, здесь можно, скажем так, переключить язык. О, блин, этот Spotify, или как он там нажал, отмена, блин. Язык можно поменять, function F4, по-моему, да, то есть, вот, видите, здесь можно поменять, там, эмодзи, русская, английская клавиатура. На бандроиде это невозможно. Я различными комбинациями. Здесь, сука, не написано даже этого. То есть нужно будет куда-то лезть, ковыряться. Окей, ладно, фиг бы с ним. Здесь хотя бы можно поменять раскладку. Здесь этого проделать просто невозможно. То есть он тебе ставит на ту раскладку, на какую ты поставил, и все, русский, на тебе, все, никак. То есть сиди, пиши на английском, бляха-муха, транслитом. Это ладно, фиг с ним. Полбеды, можно, как говорится, одним девайсом управлять, и хер бы с ним. Возможно, мне попался такой, вы отправили такой косячный, да? Ладно, большой какой-нибудь там Mi Pad или еще что-то сюда абсолютно не влезет. То есть максимум вот такой iPad'ик. Еще раз говорю, вот такая вот небольшая аппаратина, она уже, скажем так, прогибает ту самую стойку, которая сзади. Да это даже уже пошатывает, серьезно. Посмотрите, как вот это здесь торчит, да? То есть уже вон. Она аж сама приподнимается. Ну и, собственно, если там что-то будет типа айпада большого, да, прошки, то посмотрите, это просто, это вилец. Это вилы вильные, блин. Не знаю, как это продумывали. То есть это определенно нужно юзать вот таким вот образом. То есть иметь какую-то подставку, ставить и вот эту вот подзалу, в общем, херню убирать и работать вот так. Ну тогда смысл этой подставки я не вижу, да, то есть все вот эти прибамбасы, то, что там она механическая, да, то есть базара нет. Но она кряхтит, дряхтит вся. Так, я, по-моему, отключил, да, ее или как? Все, она опять врубилась. Верни мне, во, подрубилась. То есть, заметили, прям онлайн вам показывают, да, то есть, она глючная, она тормозит и глючит. Ладно, вот это что у нас? А, ну это, да, громкость, окей. То есть, громкость регулировать можно вот этой крутилкой. Это, типа, вкл-выкл, да, громкости можно. Она еще кликабельная, да, это получается крутилочка. Ну все, на этом все аспекты закончились. Еще раз повторяюсь, вот если вы мне прислали для того, чтобы, скажем так, я это дело показал и либо затестил. Я затестил. Мне не понравилось. Серьезно. Ну и как-то подешевле.
По-дешманскому. По-дешманскому шумит. Здесь, кстати, вот мне кажется, синие свечи. Да! Я свой, блин, тактилку не обману. Синие свечи. Реально синие. Здесь есть подсветка, как вы видите, да? То есть разные есть фиговины, они тут бликают. Ну, как и все, в принципе, подобные клавиши. Я даже тут показывать не буду, потому что смысла дальше... Вот, нет, серьезно. Потому что мне не понравилось материал. Он очень марки. То есть она очень маркая будет у вас. Вы ее только вот возьмете, сколько мы тут, да, полчаса, она уже вон вся заляпалась, да? Посмотрите на ее видон. То есть она видно, что она сделана дешево. Не знаю, что за свечи здесь такие стоят там, да? Гатрики вряд ли, конечно, хотя фиг его знает. Ну, в общем, свечи мне не нравятся. Шумный пробел здесь, отклик мне не особо нравится. Вот это все дело, ну, то есть, посмотрите, да? Я хочу за 4200 большего, серьезно. Плюс вот эта шляпень, которая болтается, как я не знаю, вот, вот так, наверное, еще ставить, да? Тогда что, смартфон какой-то вот так пихать? Ну, это шляпа. Согласитесь, это не подставка. То есть у них на картинке она поставлена именно вот так. То есть именно эта подставка... Она вот такая. Но еще раз повторяюсь, бляха, поставьте вы вот это, все. Это шляпа. То есть мне не нравится. Сама конструкция, то есть, ну посмотрите, она гнется. Вот боюсь, но я сделаю, попробую. Давайте вот так. Все. Я ее просто, смотрите, пальчиками, вот я беру и пальчиками гну. За 4200, хлопцы. Ну, алло, ну серьезно, блин. Я не знаю, если вот вы увидите обзоры вот с хвальбой вот этих клавиатур, не знаю тогда, что это будет, серьезно. Я понимаю, сейчас не напишут, тебе же бесплатно прислали, а ты взял, засрал продукт, мол, люди надеялись, что ты там расскажешь. Но я надеюсь на то, что вы это не купите, серьезно. Ну, бля, купите за 1500, окей. Но не за те деньги, за которые продают, типа, со скидкой, а так она $140. Вы серьезно? За эти бабки, бляха, даже не стыдно будет Razer купить еще вот это. Вы приколисты, серьезно. Я не знаю, бля. По-моему, бля, какая-то шляпа. Вот просили дичь. Я думал, сегодня мы распакуем прям бомбический какой-то продукт. Покажу интересную клаву. Не-не-не, ни в коем случае. Это рубрика «Не покупайте это вообще», бля, серьезно. То есть надо задуматься откровенно тем ребятам, которые это производят, из чего, как и для кого вы это делаете, серьезно. Потому что она тяжелая, веселая такая, с виду симпатявая на картинках, а по факту она вообще никак не прельщает, серьезно. То есть, ну, сделана под, типа под вот эти вот, да, там как они, салазки ходили с клавишами. Дешево, дешево. Вот это вот, ну вот. Короче, пацаны, решайте сами, конечно. Ссылку я оставлю в описании на этот сайт, там, на продукт. Ну, какая-то хуйня. Серьезно. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Может быть, он вам был полезен. Возможно, вам не понравилось то, что я, конечно, это не оценил, скажем так, по достоинству. Но вот, вот только вот такой вариант можно, да? Нет, даже так не крутится. В общем, как-то так. Пока. Я говорю, это из серии ожидания реальности. В таким... Нужно было собрать вот эту вот Ну серьезно, малолетний пацан, да какой малолетний, 2 года ребенку скажет, папа, что это? И все, и папа тебе кастрацию, блин, сделает, да? И ребенок же не виноват, что китайцы вот такую херню. Да посмотри, она из фольги сделана, ну. Я просто, ты правда с таким вдохновением. Я так смотрел на картинки, блин. Ехали, давай снимем, это клава, супер клава. Ты приедешь один раз, и когда ты изъедешь, это Таня, это дерьмо. А надеешься? Кот, надеялся, что будет нормально. Надеялся, что будет нормально. Ты что-то смотри, это же херня. Какие гадки. Стой. 200 с лишним долларов. А ты как раз тут поседишь? 70 со скидкой. Даже знаешь что? Ну? Даже за 70 рублей не знаю, как звать. Это же сердец какой-то, а? Я не знаю, за сколько согласился. Кот. Что так? Я не знал, что вообще такое приедет. А ты вообще не приезжал. Ты теперь должен сидеть, как баба Фрося. Как баба Фрося? Это все сейчас подошли, ты постучи. Это шляпа, как гарнезница.